Доброе утро, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители. В этом видео вы увидите чудесные чайные пары. А я их назвала по секрету «Дружба народов». А почему? Увидите в этом видео. Тонкий фарфор, любимый горошек. И свой обзор я сегодня начну с этих чудесных чайных пар, замечательных и веселых. Но эти пары я составила. У меня были такие чашечки изумительные. Это Дулёва. Старенькие. А к ним я купила вот такие блюдечки. И эти блюдечки... немецкие калла. Здесь более мелкий горошек, чем у чашечек. Но мне кажется, они получились из-за того, что я их вместе соединила, еще более очаровательными, как вам кажется. И вообще, я так люблю соединять, находить вот какие-то... Мало того, что на этом рынке блошином можно найти разные вещи и составить целое. Да, вот у меня чашечки были без блюдечек. Но посмотрите, как интересно, да? Дружба получилась чашечек. Наша Дулёва с каллой. Мне кажется... И чашечки это скорее кофейные. Но вот смотрите, они идеально сюда подошли, как будто, ну, блюдечки их ждали. И еще хотела сказать, недавно мне написала моя подписчица, что раньше мы пили из маленьких чашек, а сейчас стали пить из больших. Да, это кофейная чашка. И посмотрите, если раньше действительно вот такие вот были чашечки кофейные, то сейчас даже эта кофейная чашечка уже стала больше. Никогда не задумывалась над этим, но действительно. И не удивляйтесь, у меня снова покупка к Желе. Да, дала себе слово, что остановлюсь, но увидела эту замечательную царь-рыбу с короной на голове. Вообще-то это подсвечник. У меня подсвечников не было. Ну и вот не могла удержаться, купила. Посмотрите, какая она интересная. Такая толстенькая. Довольная собой. Вот такая прелесть. Да, подсвечники я хотела купить, но все мне какие-то формы не нравились, не нравились, не нравились. А это, мне кажется, очень оригинальная форма в виде рыбки. Но опять же, в мою тематику рыбную. Еще одна моя рыбка в тематику. Мне кажется, это все-таки уже щука. Ну, когда я ее увидела, не могла все-таки понять, для чего это рыбка. И стала советоваться. Но мне там сказали на рынке, что тоже не знают, потому что... Сейчас покажу ее. Видите, со всех сторон. Потому что у нее, обратите внимание, вот такой вот ротик большой, огромный. И он такой большой, что что-то положить туда, но просто интересно, невозможно его оттуда вытащить. И потом он полый, видите, там продолжение идет, хвост, он полый. И положить что-то такое, во-первых, может туда просыпаться или пролиться, как соусник использовать нельзя, потому что уйдет хвост, а потом как это все отмывать, вообще неизвестно как. Ну вот, долго думали мы там, и все-таки решили, что это, наверное, салфеточница, для салфеток рыбка сделана. Ну а поскольку у меня так и нету, уже не могла долго найти и купить что-то такое оригинальное. Но, конечно, Галины находки не давали мне покоя, потому что вы видели, какие необыкновенные вещи она покупает. Она теперь покупает все уникальное, чего нету. Но мне кажется, вот салфетница рыбка, ну, она тоже достаточно оригинальная. Поэтому, да, я купила этих рыбок, но
Но не уникальные. Подсвечник рыбка. Тоже никогда не видела. Салфетница. Ну, поэтому пообещала, что остановлюсь на Гжеле. Но не получается, не получается, друзья. Ну, а как вам нравится мое новое приобретение? Что вы на это скажете? Ой, вот видите, совершенно рыбная тематика. Каких рыб теперь у меня только нету. Да, вот так вот. И в этот раз я все-таки решила купить кружку «Царь Дадон». Она была выпущена где-то в 70-х, 80-х годах в селе Всехвятское на заводе «Изолятор». Высота с учетом петушка на ручке 16 сантиметров, без учета 13 сантиметров. Объем 600 миллилитров. Ну, она в отличном состоянии. Хочу несколько слов сказать о заводе, на котором ее выпустили. В 1896 году завод основал Сорохтин, художник по образованию, скульптор, дворянин. Но еще в детстве он начал изучать гончарное дело, что и сподвигло его организовать товарищество, завод Всехвятского товарищества гончарного изделия. На заводе изготавливаются предметы быта, фрагменты декора, посуды, изоляторы, технический фарфор. После революции он начинает выпускать только изоляторы и техническую керамику. Меняется его название, он называется просто «Изолятор». И, наконец, в 1972 году принимается решение вновь восстановить выпуск художественных изделий. Но уже в 1992 году завод становится акционерным обществом и уже перестает выпускать художественные изделия, сосредотачивается только на технических. Эта уже кружечка пойдет на дачу, а себе я вот оставила первый экземпляр. И еще одна моя покупка. Вот эта замечательная картина, ваза, вышивка. Совершенно забыл, дорогие друзья, девочки. Я купила еще вот такой чайник. Очень красивый, тоже ручная роспись. И это фарфоровый, Бронницкий фарфоровый завод «Возрождение». Он работает с октября 1966 года в селе Бронница на Новгородского района Новгородской области. И вот еще не знаю, отправлять мне его на дачу или оставить здесь. Может быть, даже оставлю здесь. Смотрите, у меня много посуды. Пиала у меня с оранжевыми цветами. Если вы помните, ручная роспись. И видите, зеленые здесь. Ну, в общем, мне кажется, подходят они сюда. Ну и чашечка вот эта тоже. Ну, пусть цветочек не желтенький, но там и розовенький есть. Ну, во всяком случае, неплохо. Не знаю, а может быть, отправлю на дачу. Еще пока не решила, поэтому вот и про него забыла. Вот так вот. Вообще, красивый чайник. И довольно-таки такой большой, большая вместимость у него. Я его даже думала использовать, может быть, и для цветов здесь оставить. Ну, посмотрим. Ну, вот покажу его клеймо, видите? Вот такой вот. Очень красивая. Крытье оранжевое, на оранжевом крытье вот эти вот цветы. Очень красиво. Носик очень интересный, как будто бы ребристый сделан, с позолотой. Видите, какая ручка. Тут же с другой стороны, тот же самый рисунок. Вообще, очень красиво. Ну, я люблю крытье такое, вы знаете. Ну и крышечка тоже интересная. И еще все вы помните мои тарелочки ЛФЗ.
по-моему, коралловые веточки называются, да. И к ним я купила на этом же рынке вот такие маленькие пирожковые тарелочки. Вот, поэтому там, кстати, были, я показывала в одном из видео, и для супа, для первого. Стоили они? Но очень недорого. Я сторговала за 200 рублей. Ну, ЛФЗ все-таки такие, они не так уж часто бывают, редкие тарелочки, я считаю, нормально. Тем более, можно было покупать столько, сколько мне нужно было. Единственное их отличие, вы видите, если те тарелочки были первого сорта, то эти второго сорта. На этом фрагменте тарелочки очень хорошо видны и волнистые края, и позолота в хорошей сохранности. И наверху, посмотрите, на красном лепесточке видна прорисовка ручная. Ну... Море воют ураганы, в синем море тонут лодки и большие корабли. Корабли на дно уходят с якорями, паруса на морской песок роняя золотые сундуки. Золотые сундуки. С вами я прощаюсь, мои дорогие друзья. Всего самого лучшего, самого замечательного. Долгожданное лето наступило. Будем же наслаждаться и радоваться жизни.